Жирафы, сурикаты, павлины, белые тигры и полярные медведи. Все это московский зоопарк, один из крупнейших в Европе. Увидеть обитателей зоопарка Москвы смогли победители акции «Живой звук» на Европе плюс «Орел». Благодаря спонсору поездки сети магазинов «Все для животных» радиослушатели на автобусе дружной компании отправились в путешествие бесплатно. А вот там всем говорит привет. Итак, экскурсия по зоопарку. Первым делом мы пошли в дом слонов, где проходит тренинг азиатских животных с хоботом, а все желающие принимают участие в викторинах. В подарок вы получаете вот такой путеводитель, с помощью которого исследовать старую и новую территорию зоопарка намного проще. Московский зоопарк занимает довольно большую территорию, где-то 22 гектара. В центре города, со всех сторон нас окружают дома, и это, в общем, своего рода такой оазис. Животных около 1000 видов, самых-самых разных. Эмблема у нас манул. Это очень редкий кот, очень красивый. Живет он на территории России. Наибольший интерес у орловчан вызвали рыси, тигры и ягуары. Но как представители семейства кошачьих, они любят подремать, поэтому вели себя не очень активно. Кстати, рисунок пятен на голове у тигров полностью повторяет китайский иероглиф, который означает мощь и силу. А этот ягуар родился полностью черным. Вот его обычный собрат. Отличить леопарда от ягуара можно только по кольцам на шкуре. У ягуаров внутри колец есть пятна. Ходить и смотреть на животных можно было бесконечно. И 3 часов, конечно же, на все про все не хватит. Поэтому каждый радиослушатель Европы плюс Орел, который здесь оказался благодаря акции от сети магазинов «Все для животных», наверняка сюда еще вернется. Ведь даже у взрослых орловчан эта поездка вызвала самые ошеломляющие впечатления. Ну, очень все понравилось. Интересные родственники наши вот здесь за стеклом. Много кошек было, очень красиво, гепард был. Огромная благодарность Европе плюс и магазину «Все для животных» за эту замечательную поездку. Все очень понравилось, зоопарк просто супер. Все, кто может, приезжайте сюда. «Все для животных» и Европа плюс, устраивайте больше поездок к животным. Очень огромное спасибо, большое спасибо магазину «Все для животных». Руководитель сети магазинов «Все для животных» намекает, что в будущем подобные акции обязательно повторятся. Множество акций у нас уже проводилось. Я надеюсь, конечно, что эта акция не последняя. Обязательно что-то будет интересное, что-то новое для того, чтобы это все продолжилось. Слушайте «Европа плюс Орел», следите за новостями, и в вашей жизни будет гораздо больше позитивных впечатлений и воспоминаний. Сергей Гудков и Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».